Всем привет! Сегодня я буду подводить итоги первого тура 4-го марафона по фантастической иллюстрации. Как вы помните, на этот раз мы иллюстрируем короткометражки, то есть мы делаем картинки, которые могут пойти на афиши и куда-нибудь в онлайн-кинотеатры. Поэтому формат у нас может быть разным, вертикальным и горизонтальным. Именно по этой причине мы остановились на том, чтобы рисовать все в квадрате. Ну что ж, вы готовы посмотреть на первые результаты? Потому что я в полном восторге от того, что у вас получилось. К сожалению, еще не все желающие принять участие присоединились к марафону, но мы будем ждать вашей работы в следующих турах, чтобы наши образовательные видео были максимально полными и интересными для сочувствующих поклонников фантастической иллюстрации. Ну, в общем, ладно, прекращаю болтать и перехожу к разбору ваших работ. Итак, я отобрала 10 лучших работ первого тура. И прежде чем перейти к анализу, хочу рассказать, что есть у нас вот такой сэмпл, скажем так, такой шаблон, да, который я буду использовать для того, чтобы проанализировать ваши работы и чтобы вы видели, как хорошо или плохо они вписываются в задачу. Как вы помните, задачей было сделать афишу к одному из короткометражных фильмов на выбор, и она должна быть квадратного формата с возможностью адаптации до вертикали и горизонтали. Итак, в шаблоне у нас есть как вертикальный формат с полями, соответственно, с заголовками, да, с какими-то там техническими фишечками, то есть с текстом. И такой же горизонтальный, адаптированный, если афиша адаптирована, если вертикаль адаптирована под афишу, то, соответственно, горизонталь адаптирована под современные онлайн-кинотеатры, тут вот со всякими кнопочками «Смотреть сейчас», описанием небольшого фильма и заголовком. В принципе, то же самое, что и на вертикальной афише. Итак, конечно, я буду оценивать не только то, как отлично или плохо вписываются работы в формат, но это тоже будет важно, поскольку, конечно, в задании не было верстки, да, не было того, как мы располагаем текст, поскольку это, в принципе, работа дизайнера, и вообще писать название фильма не стоило, потому что наша работа рисовать иллюстрации, а текст – это уже работа непосредственно дизайнера, специалиста по типографике и так далее. То есть нам этим заниматься совершенно не обязательно. Я буду двигать текст, если это понадобится. То есть если на иллюстрации окажется, что нет, да, идеального места сверху и снизу под текст, тогда я его перенесу. Хотя, в принципе, как раз-таки сам формат вот этого шаблона и задания, да, он предполагает, что у вас должно сверху и снизу оставаться какое-то пустое место, не занятое излишней изобразительностью. То есть там не должно быть каких-то акцентных героев, персонажей, и поэтому, скорее всего, не будет слишком большого количества цвета или деталей, да. Но, как я уже сказала, это не самое главное. Текст можно будет поправить. Это все-таки второстепенная работа. Для нас главная иллюстрация. Кроме того, как отлично вписывается ваша работа, ну, работа участников в наш шаблон, я также буду оценивать сюжет иллюстрации, конечно, это самое главное. Техническое исполнение тоже важно, но это не превалирует над сюжетом. И, конечно же, композиционная составляющая, то есть насколько классно вписан ваш сюжет, да, и ваше техническое исполнение в композицию. Возможно, ну, невозможно, а, скорее всего, композиционная составляющая, она будет наравне с сюжетной, а техническая уже как бы на втором плане. Очень важно, что мы все-таки работаем над киноафишей, а я даже делала специальную статью по такому ликбезу, да, что чаще всего используется в афишах, и на самом деле участники, вы все еще можете воспользоваться этим лайфхаком. Там много таких приемчиков, которые очень часто используются в этом жанре и действительно помогают в работе. Ну, я посмотрела на работы, которые уже есть, и увидела, что кто-то действительно прочитал, и тот молодец. Небольшая прелюдия, да, как вы помните из статьи, те, кто не читал, приглашаю вас прочитать. У нас в киноафишах очень часто используется симметричная композиция вне зависимости от сюжета. Также очень часто используется коллаж. Что интересно, если симметричную композицию я увидела во всех иллюстрациях, то коллаж я скажу, что я не увидела практически нигде.
В нескольких работах есть намек на коллаж, но это, ну, не тот коллаж, который мы привыкли видеть там в афишах «Звездным войнам», «Мстителям» или даже какой-нибудь там инди-хоррор мелодраме. Другими словами, участники, посмотрите еще раз статью, может быть, благодаря ей вы сможете придумать что-то более интересное, менее книжное и более именно киношное. Ну что ж, перейдем. Сразу скажу, что работы, которые я выбрала, они все классные, и мне сложно было определиться с тремя победителями, поэтому будем считать, что, в принципе, победили все 10. А просто первые три мне хотелось бы отметить с точки зрения композиции, с точки зрения сюжета и, возможно, с точки зрения каких-то других приемов, использованных на этих работах. Ну, приступаю. Итак, самая первая работа принадлежит авторству Екатерины, cat.graph. Вот эта работа. И, честно говоря, когда я ее увидела в первый раз, она меня сразу покорила, потому что она очень похожа на иллюстрации Димы Ребуса, которые... Ну, иллюстрации, наверное, это неправильно сказано, на живопись акварельную Димы Ребуса. И вот эта красная шапочка, и луна, и вообще какая-то фактура, она очень перекликается с его работами. А у него они достаточно фантастические и, мне кажется, близки к сюжету, на которой нарисована эта картинка. Это иллюстрация короткометражки «Полуночный марафон». Конечно, можно придираться к мелочам. Например, у мальчика был красный шарф, а не красная шапка, да? И что здесь нет там оравы людей, которая стоит вокруг него, да, и смотрит на луну. Но, на мой взгляд, это здесь совершенно не самое главное. То есть нам не нужно буквально пересказывать сюжет. Вспомните там кучу афиш фильмов, где не пересказан сюжет в точности того же самого, к примеру, Бёрдмана, да, там есть фигура главного героя, переодетая в костюм, но нету дополнительных, да, каких-то там сюжетных включений. И мы уже как зрители можем там придумать все, что угодно. А здесь мне нравится простота, лаконичность решения, и, на мой взгляд, это идеальный кинопостер. Он супер простой. Я понимаю у всех, кто рисовал суперсюжетные классные картинки, что они сейчас подумают, какого черта мы столько всего напридумывали, включали столько динамики в наши работы и заключали столько сюжетных отсылочек к фильму, и вам может стать обидным. Ну, не обижайтесь, вы тоже молодцы. Просто именно для киноафиши лаконичные решения очень часто являются самыми лучшими, поскольку назначение афиши — привлечь внимание зрителя, зацепить его очень быстро, буквально там от 1.5 до 3 секунд у вас есть. Если же вы будете делать очень сложные композиции, то зрителю будет сложно с первого взгляда влюбиться, да, в кино. А исключение составляют яркие коллажи, но опять-таки все равно зачастую афиша берет именно своей лаконичностью. И можете обратить внимание, во многих артхаусных, особенно в фильмах, используется именно такой подход. То есть сразу и в яблочко. Конечно, в коммерческих франшизах типа тех же самых «Мстителей» или «Звездных войн» нужно показать максимум персонажей, потому что, как правило, там показывается много-много классных героев, и если вы не увидите их на афише, то вы можете расстроиться. То есть здесь афиши преследуют несколько другую цель. Когда же мы рисуем афишу к независимому кино и не к сериальному кино, да, которое выходит там на протяжении долгого времени, а вот, например, к короткометражке, то лаконичность — это хороший способ рассказать историю, но, конечно, это не исключает хороших сюжетных поворотов. Здесь мне очень нравится, что сохраняется загадка. Этот мальчик, он стоит нам спиной, перед нами луна, что сразу же дает нам отсылку к какому-то мистическому, космическому, фантастическому сюжету и к тому же включает вот эту вот самую приятную часть этого, на мой взгляд, фильма, отсылку ко всем как бы киношкам, где рассказывается про детей, начиная от Стивена Кинга, да, заканчивая там другими его последователями, тем же самым Stranger Things. И это действительно кино покоряет, покоряет тем, что ребенок сталкивается с чем-то неизвестным, и эта история захватывает, потому что мы тоже становимся детьми. На мой взгляд, здесь это получилось у автора показать, что мы как бы от лица ребенка смотрим на неизвестность, да. Мне очень нравится и сюжетная составляющая, и то, что фонарик светит на луну. То есть здесь, на мой взгляд, присутствует все. И отличный сюжет, и идеальная для киноафиши композиция, и отличное техническое исполнение. Поэтому, если кто-то боялся делать что-то такое
ну, скажем так, мощная по технике и лаконичная по сюжету и компоновке. Не бойтесь, это выглядит очень круто. И особенно сейчас, когда есть такой запрос на живость и на какую-то определенную наивность иллюстраций, это точно будет востребовано, оценено клиентами, заказчиками, вашими поклонниками. Так, давайте посмотрим, что там получилось с нашим шаблоном. Ну, как видите, вертикаль. В принципе, все отлично вписывается. Можно чуть-чуть затемнить, да, сверху луну, но это уже тема дизайнера, не иллюстратора. Все остальное видно хорошо. То есть вертикальная афиша сложилась. Можно даже ничего не менять. Горизонтальная афиша, как видите, также сложилась. Ничего не меняется. Остается отличный сюжет, классная композиция, ничего не теряется. То есть с точки зрения компоновки супер. Екатерина, поздравляю вас, сегодня вы в сухую взяли первое место. Переходим к следующей работе. Следующая работа Алены, и она намного более сюжетная, чем предыдущая. И в этом ее сила и в этом отличие, потому что она как раз переходит ту грань между фильмом и книгой, которую сохраняет воображение зрителя. То есть фактически здесь мы могли бы просто увидеть эту картинку на обложке фильма или какого-нибудь рассказа и захотеть прочитать, что же там происходит. Потому что у нас опять-таки есть главные герои, это дети, и зловещий такой холодный свет, падающий из-за двери, что лишний раз, да, рассказывает нам о мистической составляющей этого фильма. То есть с точки зрения композиции, с точки зрения сюжетной составляющей, по-моему, супер, потому что у нас есть передний план, через который мы входим в нашу иллюстрацию, при этом передний план является похожим, что особенно ценно, портретом персонажа, но при этом очень технически классно выполненным, да, то есть это не какой-то суперреализм, а именно такое забористая графика, мне это очень нравится, хоть и живописная, но очень классная. Этот персонаж, он как бы показывает нам, приглашает нас зайти и посмотреть, что же там происходит, где на среднем плане, главном, да, основном, его друг оглядывается, как бы тоже зовет зрителя посмотреть, что дальше, и в центре композиции находится, соответственно, акцент, который переносит нас уже в самую главную загадку фильма. То есть, по сути дела, здесь пересказан сюжет. В этом есть небольшая буквальность, но в то же время нам, как зрителю, хочется узнать, что же там происходит, почему дети напуганы, и там, что за люди сзади, инопланетяне это, или какие-то зомби, или еще что-то. Ну, то есть, что это за взрослые, которые так напугали этих детей. Это интересно, это классно, и, как ни странно, такая книжная сюжетная динамика, да, с точки зрения композиции, смотрится здесь на афишах хорошо. По одной простой причине. Здесь достаточно простые области иллюстрации с точки зрения композиции, которые помогают нам, с вами, зрителям, лучше увидеть сам сюжет. Вот то, чем хороши, соответственно, иллюстрации лаконичные, присутствует и здесь. Обратите внимание, что у нас есть большое пятно вот этого желтого цвета, есть очень большая область, вот вся вот эта область темного цвета, и контрастная к ней, ну, даже вот, наверное, вот эта область, и контрастная к ней акцентное голубое пятно. То есть фактически у нас получается несимметричная, но очень динамичная и яркая, простая композиция, которая помогает зрителю скорее зацепиться за сюжет. Поэтому здесь есть как бы еще чуть-чуть побольше, да, чем просто лаконичная история, но все равно. То есть не так быстро взгляд цепляется за нее, потому что здесь все-таки много всего происходит, и она немножечко в этом случае проигрывает, да, лаконичности. Ну, возможно, и нет. То есть, на мой взгляд, сложно определить, что лучше. Это просто мое субъективное мнение в данном случае. Посмотрим, что происходит с шаблоном. Вертикаль отлично вписывается, супер классная афиша, мы ничего не теряем, все остается отличным. А то, что здесь заходит на лицо мальчика, я думаю, что это не страшно. Главное здесь именно вот этот испуганный взгляд. Все остальное как бы уже не так критично. И горизонталь. Вот, кстати, один из классных ходов, который использован иллюстратором в данном случае, это именно горизонталь. Другими словами, то, как смотрится эта иллюстрация вот в таком виде, да, то есть
Получается, что мальчик как бы заглядывает куда-то, чтобы вас позвать. И тревожность нагнетается еще сильнее, чем когда это просто квадрат, да? То, что не видно половины лица. И то, что не видно половины лица, помогает нам еще сильнее акцентировать вот эту область происходящего за его спиной и подчеркивает более мистический, да, контекст. То есть с точки зрения шаблона, с точки зрения вот, вписывания в задачу, просто супер, по-моему, даже круче, чем предыдущая работа, именно с точки зрения вот такой загадки, которую удалось еще лучше заострить на разных форматах. А следующие две работы Расуля и Марии для меня очень похожи и близки, потому что они похожи сюжетно и похожи с точки зрения воплощения. Да? Есть основной темный цвет и есть какие-то акцентные, да, пятна, разбросанные по работам. Начну с работы Расуля. Очень приятно, что многие участники переходят из одного тура в другой, и у нас так много качественной графики, поэтому получается в нашем любимом фанзине. Итак, в данном случае сила этой иллюстрации, во-первых, в ее симметричности. Как видите, да, она здесь присутствует, хотя и слегка сбита неритмичной расстановкой фигур, что отлично и хорошо. Плюс здорово, что есть вот такие акцентные пятна этих персонажей и неба на заднем плане, которые, соответственно, перекликаются с динамикой общей этой иллюстрации. То есть в этом смысле отлично. А единственное, возможно, как-то можно было бы сделать проще небо, то есть не давать там вот эту, этих облаков, чтобы они не сбивали ритмику, да, а концентрировать внимание исключительно вот в центре иллюстрации. Но, возможно, и стоит оставить так. Чуть-чуть, пожалуй, слишком контрастное вот это вот голубые пятна к основному окружению. Я понимаю, зачем это было нужно, чтобы выделить этого человека, да, этих парнишек на фоне наших героев и заложить основное падение света. Но если мы хотим подчеркнуть направлением взгляда, да, и подчеркнуть, куда падает свет, то имело смысл сделать еще больше и, соответственно, чуть-чуть контрастнее выделить вот эти падающие от луны дорожки, тем самым подчеркнув динамику и указав на главных героев. Да? То есть не обязательно делать вот это все светлое. Может быть, там падает тень от какого-то человека, да, и нам не видно, что там дальше, она рассеивается. Но несколько вот таких ярких лужиц света, думаю, будет вполне достаточно, чтобы и подчеркнуть композицию, то есть динамику композиции, и в то же время немножко разбавить вот эту монотонность темно-синего цвета. Проверим на шаблоне. Итак, вертикальный. Здесь все супер, все вкладывается идеально. И горизонтальный. Он тоже ложится хорошо, при том, что текст можно положить, в принципе, в любую часть этой иллюстрации, поскольку именно она темная, да, будет смотреться отлично. Если же там будут лежать контрастные голубые пятна, это ничего не изменит, только лишний раз подчеркнет идею, о которой я говорила. Идем дальше. Следующая работа, которая, я, ну, на мой взгляд, тоже на третьем месте находится, они делят третье место, работа Марии. Она также очень похожа по решению сюжетному и композиционному, только здесь симметрия сбивается чуть-чуть активнее, и за счет этого немножко рассыпается, ну, скажем так, внимание зрителя. То есть, возможно, стоило чуть-чуть изменить направление фигуры бегущей. Может быть, стоило повернуть его, чтобы он смотрел через плечо на этого мальчика, как бы показать то, что он не просто убегает, да, отсюда, а что он переживает за того человека, который стоит за ним. На данный момент просто кажется, что если не смотреть вот здесь, да, на соприкосновение рук, что эти две фигуры абсолютно никак не связаны, потому что одна абсолютно динамична, другая абсолютно статична. Если вы хотите показать связь, недостаточно просто сделать это шарфом, хотя это тоже хороший ход. Попробуйте сделать это именно фигурами. То есть можно было чуть-чуть руку подать вперед. Здесь не обязательно выводить вот эту конечность сюда, потому что она опять-таки начинает дробить ритмику, слишком много одинаковых движений, это лишнее. Попробуйте ее также завести назад или, может быть, вообще сделать елку на переднем плане, а здесь ничего нету, да? То есть
можно прям закрасить. Рука здесь совершенно лишняя, видите, если просто убрать ее и оставить на переднем плане елку, то мы ничего не теряем. Мы просто убираем лишнюю, непонятную, да, вот эту уходящую в никуда кисть. Она нам не нужна. И то же самое с рукой мальчика. Здесь можно было бы дать более динамично его фигуру, именно за счет того, что там он бежит и держит эту руку своего старшего брата, или, ну, просто друга, да, по-моему. Хотя чувак похож на старшего брата больше, чем на друга. То есть показать связь через вот эту динамику формы. Плюс он сейчас он слишком длинный, высокий, он все-таки маленький мальчик. Так делать не нужно. Пускай у него будут ножки покороче, да. И к тому же это увеличит саму затею вашу, что вы смотрите немножечко как бы с точки зрения, да, вот головы этого парня. В общем, посмотрите, может быть, просто стоит сделать направление взгляда парнишки и связать его с персонажем на заднем плане так, чтобы зритель вместе с его взглядом, да, обратил внимание на этого человека, который находится, по сути, в центре композиции. Плюс очень здорово мне понравился ваш ход с елками, что вот сзади как бы ели, как бы люди. Это здорово, это хороший такой акцент. И интересно, что зритель, когда видит афишу, он сначала видит елки, а потом, разглядывая, видит людей, и у него сразу появляется интерес, а что же интересно на самом деле происходит в этом произведении. Что поправить на всякий случай? Может быть, это вы сделаете не так, как я говорила, а иначе. На данный момент у вас фигурой и елкой отрезана часть картинки. Другая часть абсолютно, абсолютно вертикальная, ритмика очень скучная и очень монотонная. Нужно что-то с этим сделать. Может быть, попробовать чуть-чуть изменить там направление елей. Может быть, там какой-то ветер. Может быть, сделать снег, чтобы подчеркнуть еще больше вот эту динамику. Может быть, не подчеркивать саму динамику, а как раз-таки чуть-чуть сместить вот эту монотонную статику. Да? У вас здесь, смотрите, человек, люди на заднем плане, вот эти ели. Может быть, стоит отказаться от части стволов на заднем плане и просто оставить елки елками. Они совершенно не нужны. Да? Здесь эти стволы, они лишний раз только останавливают наше движение, ну, движение нашего взгляда. Это лишнее. Подумайте, как поработать именно с динамикой. С точки зрения сюжета, по-моему, все очень здорово. И классный ход с задним планом, который вы придумали. Проверим на нашем шаблоне. Итак, вертикаль. Да, кстати, не будем сейчас обращать внимание на текст. Представим, что его там нету. Ну и кому сложно представить, давайте просто заштрихуем лишнее. Как будто бы здесь у нас нету текста. Никакого. Хотя я знаю, что многие из участников показали альтернативные написания, да, на вертикали, на горизонтали, но чтобы все лишний раз не сохранять, я не стала их учитывать, поскольку все-таки, ну, это не так важно. К тому же у нас есть здесь шаблон. Итак, проверяем. Вертикаль. Ну, как видите, здесь немножко вываливается луна. И что-то мне подсказывает, что на горизонтали она вовсе исчезнет. Может быть, стоит ее немножечко опустить, да, в саму луну. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Луну и вот этих людей на заднем плане. Скопировать. Допустим, как-то вот так, чтобы парень остался. Да, а луна чуть-чуть опустилась. И, соответственно, дорисуем здесь до темной ночи. Ну, собственно, вот. В принципе, у нас та же луна. Помещается текст, не нужно его никуда девать. И, что самое главное, в горизонтали луна также никуда не исчезает. Вообще, можно луну и сделать и не так, а ее увести вообще куда-нибудь за сосны, так, чтобы она не присутствовала здесь таким сбивающим пятном. Итак, идем дальше. Следующая работа, опять-таки, Расуля. Он очень часто в наших марафонах делает по две или больше работ на каждый тур. Это очень похвально и здорово. И эту работу мне хотелось бы отметить тем, что она очень нестандартная, классная и напоминает
некоторые модные обложки музыкальных альбомов. Например, The Grateful Dead. Не знаю, может быть, вы смотрели, у меня вышла недавно лекция для Рестора по музыкальной иллюстрации. Там как раз альбом Shake Down Street, где нарисована улица, на которой зашифрованы всякие пасхалочки, скажем так. И мне вот киноафиша Расуля напомнила ту обложку, и, по-моему, это здорово, что здесь можно найти множество всяких каких-то подсказок о том, что здесь происходит в этом фильме, да, и это здорово. Хотя короткометражка маленькая, и там, в принципе, сложно что-то там очень глубоко зашифровать. Тем не менее, картинку рассматривать интересно, классно и похвально. Сразу хочу оговориться, что у Расуля также есть несколько вариантов в исходнике вот этих иконок, которые смещаются в зависимости от формата. Но мы не будем сейчас на это обращать внимание, посмотрим, как это в шаблонах выглядит. Вертикальный. Как видите, хочется немножечко, да, сделать поспокойнее что-то сверху. Может быть, убрать часть облаков. Может быть, сделать их не такими контрастными, да, чтобы оставить место для названия. Потому что в другое место, как видите, название мы никуда положить не можем. И горизонталь. В горизонтали все, в принципе, классно. Можно ничего не менять. Все смотрится супер здорово. Потому что, ну, на дизайне, во-первых, здесь можно сделать плашку, во-вторых, можно чуть-чуть затемнить фон, но самое главное в том, что там, где располагается текст, есть свободное место, да, и фактически можно текст переместить, там, например, вниз, в нижний правый угол или в верхний правый угол, потому что, в принципе, самое главное происходит в самом центре композиции, и это очень классно. Ну, то есть, с точки зрения конкретно этой задачи. А идем дальше, посмотрим на работу Евгении. Это также как предыдущая работа для фильма Life. Предыдущие, кстати, те, которые на первых трех местах были для полуночного марафона все. Это для фильма Life про такую неловкую лав-стори на фоне соцсетей. В данной работе мне очень нравится то, что есть, ну, скажем так, задел на такую неоновую классику а-ля Blade Runner, там, я не знаю, а-ля фильмы там, Ридли Скотта. И это очень здорово, потому что в этом фильме как раз-таки очень много световых акцентов, которые автору Евгении получилось передать на своей иллюстрации. Хотелось бы обратить внимание то, какие моменты следует учитывать при работе. Да? У вас очень классно проработанный портрет, но он такой же темный, как и все на заднем плане. И единственное светлое пятно — это вот эта вот девушка. Да? Но по тону она очень близко находится, да, к его футболке, к части на его, в общем-то, к части бликов на его лице и вот к заднему плану. Именно по тону, не по цвету. Это не очень хорошо, потому что все-таки это средний план, и у вас он не является ведущим. То есть в нем нету слишком большой нагрузки информационной, потому что это абстрактные фигуры. Не стоит так делать. Может быть, сделать еще темнее, чем вот эта фигура. Может подумать с другим цветом. Но из-за того, что пятно слишком светлое, получается, что оно перетягивает на себе все внимание. И зрителю сложно определиться, на что смотреть. На проработанный портрет на переднем плане или на яркий контрастный средний план. И что там происходит. То есть у вас получается, что они примерно идентичны по весу. Здесь много проработки, здесь много контраста. Так быть не должно, постарайтесь определиться с тем, что главное на вашей иллюстрации. В остальном все очень здорово. Может быть, сделать чуть-чуть светлее как раз-таки передний план, контрастнее его выделить, а город и фигуры на заднем плане оставить более такими лаконичными, простыми и, может быть, даже плоскими. Посмотрим на шаблон. Итак, вертикаль, все супер. Даже вот эта вот надпись Life нормально там вписывается в окна небоскребов и горизонталь. И, как видите, в горизонтали как раз-таки получается, что перекликается, перетягивает на себя внимание вот эта история. Даже если мы просто уберем весь цвет, как видите, ритмы совсем становятся монотонными, скучными и непонятно, на чем останавливать внимание. Видите, да, что на заднем плане небоскребы, потом фигуры на заднем плане, затем снова несколько небоскребов, затем вот это вот такого же тона у нас идет лицо, ну и вообще направление
в принципе, портрета, и еще и вот эти на заднем плане светофоры. Все очень монотонно, ритмика достаточно скучная. Если вы хотите сделать ритмику более интересной, работайте больше с контрастами. То есть, может быть, уменьшить фигуры на заднем плане. Может быть, там, постараться найти им какую-то другую позу, чтобы она сбивала ритм, да, делала иллюстрацию более динамичной. Может быть, наоборот, сделать там одну фигуру той девушки, да, чтобы был какой-то зацикленный сюжет. На данный момент, естественно, сюжет смотрится так, как будто бы двое милуются, а третий парень не удел и грустит по этому поводу. Но если вы смотрели фильм, вы знаете, что там история немножко о другом, и здесь, ну, нету какой-то вот такой драмы и грусти, да, есть немножко такое философское отношение к соцсетям, если можно так это сказать. То есть получается, что и ритмы, и сюжет немножко уводят зрителя от контекста. И, возможно, если бы вы, в принципе, на заднем плане оставили город, да, а этому парню, там, не знаю, в глаза написали какие-нибудь цифры, или там девушка уходящая была бы заполнена, знаете, как матрица, цифрами. Может быть, это было бы ближе к тому контексту, который присутствует в фильме. Так, перейдем к следующей работе. Это работа Илоны. И, по-моему, она настолько же классная с точки зрения простоты композиции, как и первая работа Катерины, потому что здесь очень простая симметричная композиция, очень легкое решение, но и в этом нет ничего плохого, потому что мы сразу считываем контекст, мы сразу считываем вот это уютное, этот уютный треугольник посередине иллюстрации, который рассказывает нам, да, о главных героях, и вот какие-то там фигуры зомби-апокалипсиса на заднем плане, которые считываются опять-таки не сразу. И это очень здорово, что они там присутствуют, но не лезут, да, на передний план, не захватывают объемов, да, нашей иллюстрации, а как раз-таки являются дополнительной ветвью сюжета, которую зритель может разглядеть, когда будет присматриваться. То есть эта работа, по-моему, отлично решена и технически, и с точки зрения композиции. Все очень здорово. Единственное, возможно, можно было бы как-то интереснее сделать сюжет, там, например, что один человек выглядывает отсюда, может быть, там двое ищут третьего, может быть, какой-то луч фонаря из этой палатки высвечивает маленькую фигуру на заднем плане, да, то есть там же один мальчик ушел и потерялся, то есть попробуйте поискать что-то еще, то есть вот этого сюжета немножко не хватает. Здесь есть что-то такое очень уютное, очень мягкое, но немножко нету вот той самой напряженности, которая есть в конце фильма. А вы ведь выбрали именно этот момент. Поэтому, может быть, просто сделать одну из фигур красным, а здесь оставить только две фигуры. И это добавит тревожности в иллюстрацию. Потому что сейчас здесь есть просто уютное, защищенное от апокалипсиса место. А все-таки хотелось бы добавить немножко тревожности, чтобы зрителю было интересно смотреть, а что же там произошло и что будет с этой фигурой, которая вышла из палатки, из этой вот области. Посмотрим на шаблон. Давайте довернем текст на всякий случай. Как видите, горизонталь супер. Тут куда текст не переложи, он везде будет смотреться отлично. И вертикаль также решена идеально. Текст можно двигать вверх-вниз. И, в общем-то, это никак не изменит сюжетные и композиционные составляющие иллюстрации. Идем дальше. Следующая работа Ольги, тоже про полуночный марафон. И в данном случае мне, во-первых, нравится решение до того, что здесь как бы вроде уже и финал на заднем плане, но на переднем плане, там сидят вот эти мальчишки, это самое начало фильма, когда они уставились в телевизор, да, и восхищенно смотрят за происходящим. Но здесь не хватает контекста. То есть сейчас это просто, если смотреть, не зная фильма, да, это просто грустные дети, которые почему-то сидят в холодном лесу в не очень теплой одежде. Даже несмотря на то, что это как бы вырезано, да, из контекста, все равно не очень понятно, что это такое и почему это так. Может быть, сделать немножко иначе. Может быть, сделать часть этой затеи за, ну, скажем так, за кадром оставить, да? Сделать темную область, может быть, даже прям
темную область за вот этими креслами, да, внизу. Вот как-то так. Для того, чтобы оставить на заднем плане какой-то тревожный контекст, но не говорить, что вот они в лесу сидят, и чтобы никому не казалось так. Плюс можно дать абрис, да, силуэт телевизора там с какими-нибудь антеннами, что вот они сидят и смотрят телек, и оттуда, например, падает какой-то вот тревожный свет, который очень мастерски многие из участников использовали. Давайте выберем что-нибудь подходящее. Такой болезненный зеленый. Хотя на самом деле он достаточно приятный цвет, но в зависимости от контекста, да, мы можем его менять, его назначение. Допустим, вот как-то так. И можно немножко этим же светом заложить сам телевизор, да, его вот эти силуэт, что вот он там присутствует. И при этом у нас остается, да, какая-то тайна, потому что вроде бы мы смотрим, что там что-то происходит такое тревожное, да, у этих пацанов, но в то же время на заднем плане у нас луна и лес. Ну, естественно, вы можете все вот то, что у вас есть на заднем плане, просто уменьшить и положить назад. Давайте попробуем прям так это сейчас сделать. Вот так. И парниш. Ну, так, чтобы больше было леса, да, сзади. Чуть-чуть, а не только луна. И, соответственно, так получается, что я ни капли не изменила вашу задумку, но сделала ее, может быть, более тревожной. Потому что все-таки на афише нужно учитывать, да, то, о чем все-таки идет речь в фильме. Давайте посмотрим в этом варианте на наши шаблоны. Оба, в принципе, подходят, но, как видите, здесь у нас обрезается немножко голова мальчика, но, в принципе, это не так важно, потому что все такие элементы дизайна, в принципе, могут двигаться, если в изначальной верстке их нету. А их я вам не давала. И давайте уберем то, что я напридумывала, и посмотрим в изначальном варианте. Да. В принципе, проблема та же самая, в остальном все смотрится отлично. То есть здесь, если убрать текст, которого не было в верстке, все идеально, никакой части сюжета не пропадает. Смотрим дальше. Следующая работа Елены про фильм Life, по фильму Life. И здесь также достаточно простое решение с точки зрения композиции, да, это симметрия. Но мне бы хотелось отметить, что здесь немножечко не хватает конкретики. То есть, несмотря на то, что здесь все очень просто и лаконично, вы ушли в какую-то вот нарочитость, да, на заднем плане. То есть я понимаю, что вы хотели как бы сделать фигуры. Я понимаю, что вы хотели сделать фигуры как бы вырезанными, да, из этого цифрового пространства и показать, что вот там они такие разные между собой, а на заднем плане вот эти вот какие-то там статистики, да, лайки, там, статусы и прочее. Но в данном случае получается, что у вас как бы забивается одно другим. Вот эта вот цифровая девушка, она все равно вырезана из этой цифровой среды. То есть подумайте, как это можно решить иначе. Может быть, вся среда будет цифровой, да, может быть, там будут какие-то цифровые небоскребы, может быть, там цифровой ресторан, в котором происходило, да, дело. А парень нормальный, не цифровой, ну, такой себе живой, с нормальным цветом лица. Может быть, девушка будет нарисована еще более лаконично, да, вот в духе вот этих цифр и сетки на заднем плане. В общем, хочется какой-то конкретики, потому что сейчас изображение слишком коллажно, ну, не в лучшем смысле этого слова, потому что здесь оно рассыпается на элементы. А в хорошем коллаже оно не рассыпается на элементы, а наоборот, элементы, которые изначально были не связаны, связываются в хорошую сюжетную составляющую. Посмотрим давайте на наш сэмпл. Фактически все отлично. Ну, тут немножко мешают цифры, но это не критично, их можно, в принципе, затемнить. Но если их затемнить, опять-таки исчезнет, да, часть вашего контекста. Подумайте, как это решить, потому что если мы, да, отрезаем часть работы и теряется акцент, то стоит об этом задуматься. Но в
целом, если убрать текст, которого не было, да, оба формата смотрятся отлично, что вертикальный, что горизонтальный, и имеют право на существование. Может быть, даже лучше в 1000 раз, да, чем квадрат, потому что здесь не так много вот этого коллажных элементов, как в большой работе. Но все равно, посмотрите, хочется какого-то единства графического стиля, и сейчас немножечко он рассыпается. Посмотрим еще на одну работу, также нашего постоянного участника Романа. Мне очень нравится, опять-таки, что она такая достаточно простая, лаконичная, но здесь, так же, как в предыдущей работе, слишком рассыпается задний план. Сильная сторона, что парниша нарисован в ЧБ, а задний план такой цветной. Может быть, стоило сделать еще больший контраст между этими двумя, да, областями иллюстрации. Может быть, стоило закрасить задний план вообще, может быть, не маркером, а какими-нибудь там расплывчатой тушью или там, не знаю, каким-нибудь пиксель-артом. В общем, посмотреть, какой-то выбрать другой вариант, потому что сейчас вот эти области цветов, вот эти, они спорят с главным героем, потому что он достаточно контрастный. А так получается, что у вас вроде бы фигура должна контрастно выделяться, да, на этом фоне, а выходит не так. Выходит, что фигура теряется на фоне вот этих желтых и синих контрастов заднего плана, и это не очень хорошо. Попробуйте решить задний план менее контрастно, но более ярко, да, то есть чтобы показать вот эту цифровую реальность на заднем плане и такую, не знаю, манеру из прошлого, да, мотив из прошлого в виде черно-белого парня. Тогда именно композиционно-сюжетная составляющая будет намного сильнее. С точки зрения исполнения, как всегда, вы молодец. Посмотрим на наш шаблон. Опять-таки, мы помним о том, что шрифт в иллюстрации не всегда хорош. То есть вы пытаетесь рассказать зрителю текстом то, что мы должны рассказать картинкой. Если вы хотите быть иллюстратором, забудьте, что вы умеете вообще писать. Вы не можете писать буквы и этими буквами на что-то намекать зрителю. Нету букв, нету текста, нету языка. Есть только картинка, международный язык, на котором разговаривают все. Поэтому также забудем про то, что нам нужен текст на картинках. К тому же это не название фильма, а все-таки дополнительные какие-то отсылки. Итак, ну, тем не менее, оба формата вписываются отлично. Текст нигде не обрезается, это большой плюс. Но, опять-таки, если мы используем эту иллюстрацию на афишу, где нам нужно дополнительную, да, какую-то информацию дать, у нас получится, что в большинстве областей слишком много контрастов, и мы просто не можем, да, ну и мы, а дизайнеры, просто не могут туда закомпоновать какой-то текст, им придется добавлять дополнительные плашки, что не всегда очень хорошо. И причем это, в общем-то, у нас в обоих вариантах, да, видите, что текст теряется, если его накладывать куда бы то ни было. Конечно, еще раз повторюсь, что текста в верстке не было, но когда вы рисуете афишу, вы же предполагаете текст, да, вы же вот его закомпоновали, но не факт, что дизайнеру это понравится, текста в задании не было, поэтому думайте о том, как, в общем-то, решить вашу иллюстрацию так, чтобы контрасты, да, приводили вас и зрителей к акцентным местам иллюстрации, а не, в принципе, создавали какой-то бардак. Идем дальше. И следующая работа Юлии, тоже постоянная участница нашего марафона, нашей вечеринки. В данном случае, во-первых, мне очень нравится, что, опять-таки, есть неон, который присутствует в этом фильме, и есть отсылка вот к этой культуре будущего, да, придуманной когда-то давным-давно великими художниками визуальности, такими как Мёбиус, да, и такими как режиссеры огромного количества футуристического кино, например, Стэнли Кубрика и других. И это здорово, что здесь вот есть какая-то такая отсылка ко всей этой культуре. Но в отличие от многих работ, которые, кстати, у Юли нарисованы для Инктобера и каких-то там личных персональных проектов, здесь очень мало иллюстраций. Здесь ее практически нет. Здесь просто много неона и
ну, немножко есть намек на сюжет, да, то, что вот есть эти столбики популярности, видимо, да, и какой-то там мальчик внизу, видимо, главный герой, да, и вот эта дива наверху. А опять-таки присутствует шрифт, о чем мы не договаривались, будем говорить так, что шрифт не обязателен, но представьте, что будет, если мы уберем буквы, да, поскольку написания в ТЗ не было. Допустим, мы уберем. То, в принципе, остается еще меньше иллюстрации. У нас получается инфографика. То, в общем-то, мы, ну, мы можем использовать эту картинку как иллюстрацию легко, как раз-таки для всех соцсетей, там, как подняться в рейтингах и так далее. Классно. Но иллюстрации здесь маловато, сюжета маловато. То, как здорово у вас получается закрутить другие сюжеты, и то, как получалось, кстати говоря, делать работы для предыдущих марафонов, у вас потрясающая графика, особенно когда вы даете ей сюжет. Попробуйте, если будете дальше участвовать, сделать что-то более сюжетное, это будет, я уверена, круто. Давайте посмотрим на наши шаблоны. Как видите, если мы отрезаем до горизонтали, у нас не остается вообще ничего. Остаются только вот эти графики. И тут, в общем-то, это может быть про все, что угодно. Про брокерские ставки, про, там, я не знаю, уровень загрязнения океана и так далее. То есть это просто какие-то графики, которые можно даже, кстати говоря, залить на сток. Вертикаль, да. В вертикали у нас что-то остается. Можно там убрать название вот это и оставить ваше, потому что, в принципе, вписано классно. Но также, да, она немножко как-то съехала из центра, и к этому возникают вопросы. В общем, немножко повнимательнее в следующий раз к тому, как компонуете и какую сюжетную составляющую задумываете. Я точно знаю, что у вас получается сюжетно очень круто, так же, как и с техническим исполнением. И если у вас будет настроение, то давайте рисовать и дальше. Ну что ж, это все работы, которые я захотела оценить. И их получилось 11, потому что у Расуля две работы. Ну, поскольку это один автор и это постоянный участник марафонов, я не могла вычеркнуть часть его работы из сегодняшнего обзора. Итак, на мой взгляд, все участники молодцы. Надеюсь, что обзор был вам полезен, вы что-то новенькое и полезное из него узнали. Например, какую статью можно прочитать, какой фильм можно посмотреть, ну и как минимум, как компоновать афиши и графику для кинофильмов, чтобы она была максимально уместна и убедительно заманивала зрителя на просмотр. Ну что ж, на этом все. Я была рада с вами поболтать. Пишите ваши вопросы, советы, может быть, рекомендации или в комментариях, или личными сообщениями нам на почту, куда угодно. Мы будем ждать. И скоро-скоро мы закинем новые задания на следующую неделю. И на следующей неделе также ждите очередной обзор нашего марафона и лучших его работ. До скорого!